Привет всем. Привет всем, так. Привет всем, привет всем. Так. Привет всем. Чё, жарко? Блин. Жарко, да? Привет всем! Я Серега Склеп. Да? Вы знаете, что я Склеп Серега? Откуда вы не знаете? Так, сейчас мы посмотрим на регулятор времени. Так. Нормально. Не, не нормально. Надо, чтоб головенку было видно. О, головенка видно. Так, короче, сюда буду пить, короче, коньяк Фанагория. Коньяк Фанагория. Так. Буду закусывать пока миска мне. На закусон два гамбурга. Да пока миска. Блять, еще баля. Фанагорию надо еще открыть. Аминь. Фанагория. Как будто парень молодой. Бля, Фанагория. Придумали такое слово? Фанагория. Так, ладно. Благословлять не буду. Бля. Что-то я... Какой-то я пьяница. Бля. Какой-то гамбург я взял. Какой-то... Может, я не столетняя? Не, вроде бы уже 500 лет. Угу. Просто. У меня. У меня 500 лет. Угу. Сейчас вот там сос. Просто. Ладненько. За Вику и за админа. Так, на. Второй. Да. Так. Я сейчас запишу, что начинает ехать.
Что-то вот, что-то совсем вообще не то. Блин. Ведь надо что-то позвонить куда-то. Что-то она какая-то невкусная. То есть невкусная. Вообще не так. Блять, вообще все не так. Анагория называется. Фанагория. Зачем такое фанагория? Бля.
Блять, надо, короче, это. Я не знаю, короче. Вот так вот, а что-то тут. Thank you.
Так, это какое? У меня осталось, короче, купить 4, короче, это пятятки серебряные, 20 цепочек и их узнал. Короче, я хочу себе, короче, какую полностью, короче, в серебро ебнуть. Так, так. Ладно, еще выпина один раз и все. Блядь. Пиздец, жара. Чуть-чуть налью. От помидоры чуть-чуть. Только чуть-чуть. Бля.
Так, сейчас. Так, ладненько, сейчас это. Что? Пиздец. Нахуй. Давайте. Удачки вам. Я вас всех люблю, обожаю. Всем пока.